Ешь. Здравствуйте, уважаемые дамы и господа. Мы продолжаем наш замечательный курс. Сегодня из недельной главы под названием «Шофтим» мы рассмотрим параграф номер 20. Напоминаю вам, что год назад мы рассмотрели весьма интересный 19-й параграф, и я позволил себе повторить его, поставил его на нашу группу в Телеграм. Опять, к сожалению, технически у меня не получается выделять текст, поэтому следите за экраном и подсматривайте. В чате я поставил словарь. Словарь и текст тоже есть у нас в группе Telegram. Если время останется, мы продолжим наш разбор Беркат Амазона. Что означает название нашего недельного раздела? Шофтим – это судьи. Судьи. Так? Мишпат – это суд, это приговор суда. Бейт-мишпат – это помещение суда. Вот. Кроме того, слово «мишпат» означает «приговор», но, как ни странно, слово «мишпат» в грамматике означает еще и фразу, предложение. Так вот, основная тема недельного раздела – это судопроизводство. И вот, в частности, что нам говорит 20-й параграф. «Ки теце ла милхама». Слово «ки», как мы знаем, может по-разному передаваться. Переводиться здесь оно означает «когда» или «если». «Теце» от слова «йоце» – «ты выйдешь». «Ла милхама» – «милхама» – это война. Как ни странно, тот же корень в слове «лехем» – «хлеб». «Аль ой ве ха». «Оев» – это враг, на врага твоего. «Вераита» – «и увидишь». Сус. Сус – это лошадь. Ва рехев. Рехев – это буквально колесница. Сус ва рехев. Обратите внимание, что оба слова стоят в единственном числе. То есть буквально ты увидишь одну лошадь и увидишь одну колесницу. Есть комментарий по этому поводу. Но смысл, конечно же, ты увидишь целое войско. Да? Аль, извините, ам рав мимха. Ам – это народ, имеется в виду народ, который твой враг. Рав – большой, многочисленный, а может быть и сильный, мимха, чем ты, то есть сильнее тебя. Лотира. Вот это слово, я вам говорил, есть два слова с разными корнями, которые образуют похожие формы. Здесь, конечно же, это означает бояться, да? Не пугайся, не бойся, не трепещи. Альтира, корень здесь ир-а, юдреш, алев. Мехем от них, то есть не бойся их. Ки Гашем Элокеха, потому что всесильный Бог твой. И Мах, он с тобой. Га Маалха Меэрец Мицраим. Маалха, вот это обычно в таких случаях говорится, выведший тебя из страны египетской, здесь написано слово Оле, то есть Лаалот, это подняться, а легаиль – это поднять кого-то. Но иногда эти понятия смешиваются. А здесь вот буквально можно перевести «поднимающий тебя из земли египетской». «Ве», то есть напоминает Всевышний о том, что как ты, не имея, в общем-то, реальных шансов физических, политических и так далее, вышел из Египта благодаря помощи Светлана, здравствуйте, помощи Всевышнего, так и здесь он поможет тебе справиться с врагом. Мы сейчас разбираем в первой фразе слово «гамма алха», вот выделенное желтым. То есть поднимающий тебя, Маэрис Мицраим, из страны египетской. «Вегая» и будет. «Кэкаравхэм». Какой здесь корень, кто знает? Близкий, приблизившийся. Да. То есть в приближении твоем «эльга милхама» к войне, «венигаш» – вот это вот слово мы как-то тоже разбирали, «лагешет» – это выйти вперед, выделить себя. Это же слово используется, например, когда предлагают кому-то из общины провести совместную молитву. «Тигаш» – иди к амуду, к тому месту, где стоит ведущая молитва, да, и займись. Так, «венигаш га кохен». Кохен – это, мы знаем, священнослужитель. Интересный комментарий есть, кто, какой именно этот кохен.
Вот, делается вывод комментатором, что кроме Коэн Гадоль, который, например, ведет всю службу Йом-Кипура, есть еще Коэн Гадоль запасной, который замещает первого, если тот по какой-то причине, например, получил нечистоту, не может провести службу Йом-Кипура, и есть так называемый военный Коэн. То есть, по сути, это аналог армейского раввина, я так понимаю. Так вот, значит, вот этот Коэн, не будем вы пояснять, кто это, «Ведибер эль ха-ам» и говорит, и, точнее, и будет говорить народу. «Ве амар алейхем» и скажет им, «Шма Исраэль», слушай, Израиль, здесь Израиль понимается как обращение ко всему народу, «Атем керевим хайом» вы приближаетесь сегодня, «Ламилхама» к войне, «Аль ойвейхем» над врагами вашими буквально. То есть не с врагами, а над, на врага, над врагами. «Аль ерах левавхем». Вообще-то слово «ерех» означает часть ноги, бедро, ляжка. И так называется, например, часть курицы. Но здесь совсем другое значение. Да? Кто может догадаться, какой есть корень? Не бояться, может быть, тоже. Ну, а какой корень не бояться? Ну, так же, как ера, как ера, тире, ере. Там есть корневая алиф, она, в принципе, может выпадать. Нет, третья корневая обычно не выпадает. Угу. Нет, здесь корень рах. Рах – это мягкий. То есть не смягчится сердце ваше. Вот как. Аль-тир-у, вот здесь не бойтесь, ер-а, ве-аль-тах-пезу. Вот интересно, что этот корень означает буквально спешить. Отсюда, например, слово хипазон, спешка. Да? Но здесь значение корня несколько другое. Посмотрите, мне очень неудобно просто переключаться каждый раз на словарь. Вот, в словаре я просто выписал из перевода, из файла перевода Торы. Не бойтесь, не страшитесь, комментарии можете посмотреть более расширено в самом в оригинале, «Ва'аль та'арцу». И то, и другое, в общем-то, значит «не бойтесь, не страшитесь». «Ми пнейхем» – «от лица их». То есть не бойтесь их. «Ки ашем элоэхем» – потому что Всевышний Бог ваш. «Ха олех имахем» – «идущий с вами». «Лехи лахем» – «чтобы воевать, чтобы сражаться». Тот же, что словами «алхама» – «лахем» – «для вас буквально, к вам». Им ойвехем, врагом вашим, лехошия этхем, чтобы спасти вас, ведибру ашотрим. И скажут, кто такие шотрим, как мы это переведем. В современном иврите шотер – это полицейский, служащий полиции. Надсмотрщики какие-то. Трудно сказать, какие функции они исполняли тогда, согласно Торе. Но, очевидно, это были функции исполнительной власти. То есть шофтим принимали решение, а шотрим их исполняли в случае, в том числе, неповиновения. Так, что же они скажут? Эль хаам народу леймор, говоря, ми хаиш, кто человек, ашер бана баит, который построил дом хадаш новый, вело ханахо. Вот здесь тот же корень, что в слове хинух, и тот же корень, что в слове ханука, буквально означающий новоселье, и не обновил этот дом. И что же с этим человеком? «Елех веешев левейто» – «пусть он пойдет и вернется в дом свой». «Пен» – вот это хорошее слово «пен», означающее «дабы не», то есть чтобы не случилось что-то нежелательное, да, «ямут» – «умрет», «бамилхама» – «на войне», «веиш ахер яхане хену». И другой человек вместо него обновит этот дом, то есть поселится в доме, построенном чужими руками. Умия иш, и кто это человек? Ашер ната. Слово ната означает насадить. Посадка деревьев. Ли нотоа. Отсюда, кстати говоря, имя нета, да, известное нам. Знаете откуда? Вот. Да. И вполне возможно, что отсюда происхождение имени мужского, имени Нота. Нота пишется именно так. Кстати, вот. Неты есть и мужчины, и женщины. Я с этим встречался. Мужчина именно так и читается Нета?
Через «э»? Ну, смотри, я не знаю, как пишется, но я есть у нас знакомый, который нета мужского рода. Я был тоже удивлен, потому что звучит. Ну да, есть такое. Я знаю, что есть имя, которое пишется вот именно так, но читается «ноты». И вполне возможно, что это просто идишский вариант. Но как знать, да. Можно, да, нета. Так вот, насадил он «керем», слово «керем» – это виноград. Точнее, виноградник. Так, слышу эхо, пожалуйста, выключите лишний. Я думаю, что Сергей говорит, но у него проблема со звуком, поэтому мы слышим это в убыстренном виде. Но я думаю, хорошо, что говорит как бы по делу, грубо говоря, поэтому я не выключаю. Так, Сергей, давайте сделаем так. Если вы хотите что-то сказать, да, поднимите руку. Есть такой значок, да? Мы сделаем перерыв. Уже правильно. Ага. Наверное, так. Так. Керем – это виноградник. Отсюда название горы Кармель. То есть, как бы виноградник Всевышнего. Вело хилело. Что такое лехалель? Вообще-то, халаль – это космос. Вот. Халаль – это от слова холь. Делать будничным, да, то есть переводить из категории святого, священного в будничное, да. И холь – это песок, да? Холь – это, к тому же, еще и будний день. Какое значение нам здесь подходит? Как ни странно, значение будничный, да? Комментарий рассказывает, да, что речь идет о выкупе определенной части урожая. Покуда она не выкуплена, она обладает святостью, да? Но когда хозяин ее выкупает, да, эта святость переходит на деньги, которые он должен, как мы неделю назад повторяли, да, он должен эти деньги проесть на территории Иерусалима. Так? Он не обязан живьем весь этот, всю эту вот часть урожая везти в Иерусалим, и ее там есть, да? Он может обменять ее на деньги, привезти деньги и так далее. Так? Так что же вот этот человек, если он еще не собрал урожай, здесь в этом значении? Елех, пусть пойдет в Ешев и вернется левейто домой. Пен ямут, чтобы он не умер бамилхамана, войне в Иш Ахер, и человек другой, Ехалелену. В данном случае соберет его урожай. У Миха Иш Ашер Э Рас Иша. Кто человек, который посвятил женщину? Да? Ирусин, да? Ирусин, кстати, пишется через Син тоже, да? Потому что я встречал написание и через Шин. Через самых. Сины самых иногда чередуются, это возможно, да? Который посвятил, сделал посвящение Иша женщине, так? Велокеха лкаха. И не взял ее, то есть не поставил с ней хупу, вот, и не, ну, де-факто не посвятил ее себе, не женился на ней. Елех ваешев левейто, пусть пойдет и вернется в дом свой, пен ему, чтобы не умер, он бамилхама на войне, в Ишахер, и человек другой, екахена возьмет ее. Так, три случая, да? Дом, виноградник, жена, ва ясфу а шутрим, что такое ясаф от слова, добавить, да? И добавят шутрим, ледабер, говоря, «Эль хаам народу ве амру» и скажут «Ми га иш га яре» – что за человек, который боится «Ве рах лев га левав» и робок он сердцем, буквально мягкое сердце его. «Елех ве шев да вейто» – пусть пойдет и вернется домой. «Ве ло имас» и не буквально растопит. Намес называется растворимый кофе, например, да, растворимый. То есть не растопит он эт левав ах эхав, сердце братьев его, килваво, как сердце его самого. То есть этот страх заразителя чтобы не произошло такого, что, глядя на него, другие тоже испугаются. Вегая халот ашотрим, когда закончится, вот это слово выделенное желтым, от слова коль, все, так, когда закончат вот эти, ну, скажем, полицейские, ледабер эль хаам, говорить народу,
уфакду царей цваот берош аам. Что такое лефакед, лефакид? Совершить какое-то действие. Пакид – это, по сути, служащий. Да? Ну, например, вложить деньги на счет в банке, это тоже называется пакад. Царей цваот – это цар, это, как сказать, князь, ну, руководитель. Цваот от слова цава – войско, руководитель войск, берош аам, во главе народа, ки тикрав, пардон, я не перескочил. Да, извините, вот здесь вот маленькое пояснение я вам дам. Обратите внимание, что в начале идут три объективных причины, да? Человек говорит, что он построил дом. Да, вот он дом, вот он там-то и там-то стоит, и можно пойти проверить, да? А как узнать, что человек боится, что он испугался? Так? Ответ здесь заключается в том, что он назван последним. То есть, чтобы, значит, сначала объявляются все категории, а потом люди, которые попали в войско, но по этим законам не должны идти на войну, они выходят из строя и возвращаются по домам. И поэтому, если человек просто боится, да, ему не так стыдно, потому что в глазах других не ясно, по какой причине он возвращается домой. Может быть, он недавно женился, может быть, он насадил виноградник, да, чтобы не было стыдно самому человеку. Теперь следующий закон, он начинается с пасука Юд. Кити крав эл аир, когда подойдешь, приступишь, приблизишься к городу. Обратите внимание, что словом аир здесь называется город, окруженный крепостной стеной. Город, в который не так-то просто войти. Вот, и стандартная тактика заключалась в том, что город брали блокадой. Окружали его, не давали людям выйти, не давали им войти. Соответственно, продовольствие, которое было ввиду ограниченности площади, тоже весьма незначительным, да, вскоре кончалось. Жители начинали, скажем так, сомневаться, стоит ли продолжать значит, сопротивляться. Да? Так вот, что в данном случае, да? Так. Лахилахем алейха. Бороться, воевать с ней. Слово «ир» и все названия городов на иврите женского рода «алейха» – это буквально «ее». «Векарат алейха» – и призовешь ее, то есть город, «ле шалом» – к миру. Ты собираешься воевать с городом, и ты призываешь его к миру, именно так. «Веая» – и было, точнее, и будет. «Им шалом та анха» – если мир ответит она, то есть город, если город согласится на твое предложение, у фатха лах, и откроет тебе. Вегая коль хаам анимца ба, и будет весь народ, находящийся в нем в городе, и юлха ламас, будет тебе мас, что это добычей, ва ава духа, и будет служить тебе. То есть он примет на себя подчиняться тебе, он будет тебе подчинен. В им лоташлим имах, но если не примиришься с ним, то есть если не ответят они или ответят отказом, да, и не примут твое предложение мира, в аста им ха милхама, и сделает город, в женском роде, тебе войну, в царта алейха, и ты будешь воевать с ним. Лацур – это быть врагом. Да? Отсюда слово царот. Беды, неприятности. Ун тана хашем, и отдаст ее, то есть город, Всевышний Локеха, Бог твой, бе ядеха, в руку твою, веги кита эт коль зехура, и побьешь лехакот
как мака, маке. Лахакот – это бить, побьешь, имеется в виду перебьешь, уничтожишь. Захар – это мужской род. Всех мужчин в городе, всех защитников, всех способных воевать, да, и вообще всех мужчин. Лафи харев – мечом. Харев – это меч. Рака нашим – только женщин. Вега – таф и младенцев. Вега бейма – и скот. Вехоль ашер и еба ир – и все, что будет в городе. Коль шалала. Шалал – это добыча. Шалал – это добыча, добыча ее. Тавоз – ты будешь грабить. Это считалось совершенно нормальным, что все имущество врага становилось трофеями. Ты имеешь право разделить все полученное, все завоеванное между собой. Есть определенные законы, какая часть должна пойти в тыл, в котором, как известно, куется победа, да? Вот, а что достается воинам и как это делить, да? «Ве ахалта эт шалал ой веха» – «Искушаешь ты добычу от врага твоего, ашер натан ашем элокеха лах», который дал Всевышний Бог твой тебе. Теперь тет вав. «Кен та асэ лехоль гай арим» – «Так ты сделай всем городам, га рехокот мимха» – «Далеким от тебя меод». Очень. Ашер ло ме арейга гоим, который не из городов тех народов, га эла этих гена здесь. Почему? Что это за народы такие? Сейчас Натан передвинет текст, и мы прочитаем, о чем тут идет речь. Так. Тедзайн. Рак ме арейга амим из городов народов га эла этих «Ашер Хашем Элокеха, который Всевышний Бог твой, нотен леха, дает тебе нахала». Нахала – это наследное владение, то есть земля, земельный надел, который передается по наследству детям. Так, так вот, «Ло те хае» – «Не оставляй в живых» от слова «хаим» – «хай», «коль нешама» – «всех душ». То есть в отношении этих особых народов, особых городов, да, просто надо истребить все население. Мы можем найти объяснение этому. Это идолопоклонники, это враги еврейского народа. Они реально составляют угрозу вере в Бога своим примером, своим язычеством. И, конечно же, мы не можем решить сами, что вот, скажем, вот в этом городе всех следует уничтожить, а вот в этом, допустим, и кого-то... Хороший вопрос. Мы можем кого-то оставить, но если это повеление от Всевышнего, да, значит, очевидно, это так. Я не могу точно ответить на этот вопрос, чем виноват, и вообще идет ли речь о вине. Да? Чем виноваты народы, мы примерно еще можем сказать. Идолопоклонством. Значит, 7 заповедей сыновей Ноаха вам известны, да? Вот, самое главное из них – признать единство Всевышнего, да? А народы на это не способные, не должны оставаться в среде еврейского народа. Рассказывает комментарий, что Йошуа бин Нун, подступая к городу, слал 3 письма. Первое был призыв к миру, да, подчинитесь нам, платите нам дань, да, и оставайтесь в своем месте. Если на это письмо не было ответа, то тогда шло второе письмо, да, выходите из вашего города и покиньте его, и вы останетесь живы. И если на это письмо не было ответа, то тогда, по одному мнению, город окружался с трех сторон, чтобы все-таки была возможность у жителей города в последний момент спастись бегством, да, но уже, очевидно, без имущества. Вот, есть мнение, что с четырех сторон, но первое мнение, как бы оно более логичное, потому что враг, загнанный в угол, которому нечего терять, да, он гораздо более опасен.
Вот. Очевидно, смысл в том, что Всевышнему известно заранее, что ничего хорошего из этого не, из этих даже детей вырасти не может в принципе. Как, например, сказано про Амалека, да, почему его велено истребить, потому что амаликитяне – это народ, который вообще лишен яцертов. Вот, как мы видим, например, из примера Агага. Вот, либо ничего более конкретного сказать не могу. Читайте комментарии. Так. Юдзайн. Ки ха-харем харимем. Что называется словом херем? Слово известно нам, например, из более поздних событий. Херему был подвергнут, ну, к примеру, Спиноза за мысли, которые входили в противоречие с Торой. Да? Человек, выступающий от имени евреев и под видом еврейских мыслей, пропагандирующий мысли какие-то к еврейству не имеющие отношения, да, естественно, заслуживает того, чтобы община от него буквально отреклась. Да? Слово «херем» буквально означает отлучение, да, но здесь имеется в виду посвящение имущества. Так вот, если ты совершишь то, что называется херем, посмотрите в словаре, который я вам поставил на чат, как переводит Ирис. Угу. Вот, значит, сказано, что вот их ты должен ле харем, так, кого? Харемем. А хитейцы, а эморейцы, а кнаани хананейцы, а перизеи, обычно их так переводят, а хиви, хивеи, а евуси, евусеи. Интересно, что вот последний вот народ, евуси, да, маленький такой народец, именно в его руках находился Иерушалаем. И царь Давид у евусеев территорию Иерушалаема выкупил за полную плату. Каашер цивха Хашем Элокеха, как повелел тебе Всевышний Бог твой. Лема ам, ради того, чтобы. Ашер ло еламду этхем, чтобы не обучали тебя. Ла асот делать кехоль то аво там, как вся гнусность, мерзость их. То ава, в прошлой недельной главе мы с этим словом сталкивались, «Ашер асу лейлой хейхем», которые делали они своим богам. Интересно, что вот слово «элуким», когда оно означает имя Всевышнего, да, даже лишний раз не прочитывается так, как оно написано, но когда имеется в виду «элухим», боги, так называемые боги всех других народов, то есть те силы, которые они обожествляют, да, совершенно спокойно это слово «Холь» – это не кодыш, это не сакральное слово. «Ве хататем» – и грешили от слова «хет», корень «хет» – «тет алеф». «Лашем элохейхем» – Всевышнему Богу твоему. Вот здесь «элокейхем» – это Бог ваш и один из эпитетов Всевышнего. «Ютет» – «ки тацур эт эль хаир» – значит, «ма цорет» или значит, это не что иное, как осада. Когда ты будешь осаждать город, ямим рабим, долгие дни, многочисленные дни, лехи лахем алейха, чтобы воевать на нее, на город, ле тафса, чтобы литфос схватить, да, его, ло ташхит эт аэца, Лехашхит, ташхит – это буквально портить. Как сказано, например, про края бороды. Да? Баль ташхит – это вообще запрещение портить что-то, что может еще кому-то пригодиться. Например, выбрасывать еду, потому что тебе она не нужна, но, может быть, она понадобится голодному. Так? Эца от слова эц. Эц – это дерево. Да? Не портить деревья ее. Этого города. Что значит деревья города, как вы себе представляете? Чтобы понять, что это такое, да, попробуйте представить себе, что некая территория
рождается крепостной стены, строить, конечно, весьма накладно, да, и внутри этого находится что? Почти исключительно жилье. Жилье не в нашем понимании, это не трехкомнатная и даже не двухкомнатная квартира, да, а это домик в нижнем этаже которого, зачастую единственное, находится спальное помещение, да, а в дневное время домочадцы проводят, находятся на крыше, да, и там же производятся какие-то работы, например, высушивается лен или стирают белье, да, дома стоят вплотную друг к другу, улочки очень узкие, да, нет места для садов и для деревьев, деревья находятся снаружи, да. Поэтому человек, которому принадлежит поле, которому принадлежит сад или даже грядка овощей, да, все это снаружи, за стенами города, да, и деревья вокруг этого города, если ты осаждаешь город, жители находятся внутри, а их имущество, то есть поля, сады, огороды и так далее, вот они находятся где? Они находятся снаружи, да, и ты ими владеешь. И очень часто, да, войско, осаждающее город, как оно могло обходиться с деревьями? Во-первых, для своих нужд, для костра, например, для приготовления пищи, для строительства осадных сооружений, например, леса и лестницы, чтобы забраться на крепостную стену. Да? Вот. И кроме того, просто из общей вредности, да, мы не просто вас держим в осаде, но мы еще и уничтожаем ваше имущество, то есть рубим сады. Так вот, евреям это запрещено. Не порть деревья города. Линдоах алейха гарзен. Мы переводим это как поднимая на них, да, алав на него, на дерево. Гарзен – это топор. Да, буквально вот этот корень я искал, вот я даже не знаю, нашел я его, я уже не помню. В словаре этот корень, или, может быть, даже и не нашел. Натан, тебе ничего не говорит этот корень? Нун далет хет. Где это? Выдели, плиз. Вот это вот. Нун далет хет. А, не дах. Да. Не дах, да. Ирга не дах. Ну, дах. Я дах. Думаю, что это не да, не знаю, а дах это точно. Мизгав ладах. У меня ребенок маленький, которому 26 лет. Он родился в Мизгав Ладах. Да, да, мне много раз вы делали. Да. Ладах. Дах – это слабый, угнетенный. Мне приходит в голову только Ирга Нидаха. Город отверженный. Да. Или Нидахат. Угу. Так. Но здесь значение просто вот перевод дает. Поднимая на них топор, на него, на дерево. Ки мимену тохаль, потому что с него ты будешь питаться. Интересно, ты осаждаешь город, да, но дерево, плодовые деревья, принадлежащие жителям этого города, да, дают тебе пищу. Так. Ве ото ло тихрот, и его не... вот интересно, леодиех – это еще и мыть посуду. Не знаю почему, да. Мадиех Келим – это посудомоечная машина. Медиех – это да, я тоже узнавал, меня тоже всегда это поражало, как бы к мойке никакого отношения. Но это от слова «литхот». «Литхот» – это отталкивает. Тот, кто отталкивает грязь. «Литхот» – это «дохэн». Да, «дохуй». Чек «дохуй». Это известно? Да. Да? Угу. Красивое слово. Слово замечательное. Угу. Так, «алэ гарзен», так, «ким менатухаль», «то ло тихрот». Его ничего не портить. Так. «Ки гаадам эцва саде». Вот это очень красивая фраза, знаменитая, которую можно прочитать весьма интересно. Но буквально она означает так. «Ибо разве человек, дерево полевое, разве это дерево является человеком? Лаво ми панеха ба мацор, чтобы уйти от тебя в ополчение. Дерево не враг тебе». Ты не должен его срубать, тебе это запрещено, да? Но если вот это вот «га» вопросительное прочитать как утвердительное, да,
получится очень любопытная аналогия, потому что человек – это дерево в поле. Да? И тут возможно много фантазировать. Например, что человек укоренен в свою почву, но как дерево можно пересадить. И иногда в новой почве оно дает новые и более обильные плоды. Так и человек, переезжая в другое место, в другое окружение, и заводя там новые связи, может быть, тоже изменится. Вот то, что у человека, как и у дерева, есть определенные плоды, это его дела, это его ученики, это его потомство и так далее. Вот. Так что предложение, фраза довольно интересная. Да, продолжаем. Рак. Кстати, есть очень красивая песня, посмотрите потом в Ютубе. И Адам из Сосаде, очень красивый. К сожалению, не помню, чье, честно говоря, но очень красивая. Я думаю, попадалось мне. Очень красиво. Надо будет повторить. Так. Каф. Последняя фраза. Рак эц, только дерево ашер тейда, про которое ты будешь знать. Кило эц маахаль. Что это не дерево съедобное, то есть не дерево, дающее съедобные плоды. Да? Отот ашхит его можешь испортить. Векарата. Тут тоже тот же корень, что в слове карет. А, собственно, и вот предыдущее выделенное зеленым слово, да. Корет – это буквально срубить, вырубить, да. Я слышал мнение, что отсюда слово карате, хотя объясняю, что карате – это пустая рука. Уванита мацор – и построишь, что такое мацор? Осада, да, то есть используешь древесину для осады. Аль-Хаир – на город, ашер иги осе – Имха Милхама, который этот город делает с тобой войну. Ад-рид-та. Тоже интересное слово. Корень здесь тоже, что в слове йоред спуститься, но еще этот корень означает властвовать, владеть. Например, Всевышний говорит людям, владейте над птицами, рыбами и так далее, да? Лирод, ну, немножко тут по-другому, да, значит, до того момента, как ты покоришь, имеется в виду, покоришь этот город. Ну, в общем-то, Аллаха, вкратце я объясню, что ты не должен, ты не имеешь права срубать дерево, которое приносит плоды, чтобы освободить место, например, для строительства, чтобы посадить другое дерево, да, потому что плодов у него мало или они малоценны, но если древесина дерева более ценна, чем его плоды, да, то тогда ты на это право имеешь. Мы... Слегка вообще очень распространенное, но даже сейчас уже не сленг, это уже на самом деле все так говорят. Слово «ларед» это, по-моему, я как бы не специалист в современном русском языке, но, по-моему, это вот то, что соответствует тому новоязу, которого при нас не было, гнобить. То есть это даже не доставать, а гнобить. И, например, когда человек говорит «альтеры дала», это означает вот именно как бы «не доставай меня», но в смысле доставать это просто, может быть, даже мыцик. У мыцикли это он меня действительно достает, вот это однозначно. Но вот гнобить, если я правильно понимаю это слово, это вот «мамаш лареда», «ту яра дала», «мамаш», «у юрой дала в колязман». Он все время как бы его достает. Вот это да. Так что это похоже, да. На самом деле. У меня сегодня возник вопрос, а как точно сказать на иврите троллинг? Какие-то прозвучали интересные термины, но сейчас уже не вспомню. Троллинг. Ребята, у нас осталось еще время. Давайте посмотрим Беркат Амазон. Мы с вами в свое время разобрали первую браху, и я говорил, что она как бы основная. То есть, если человек прочитал хотя бы первую браху из Беркат Амазон, да, считается, что может считаться, что он исполнил заповедь, которая выражена словами какими? «Ве ахальта, ве савата, у верахта». «И ты поешь, и насытишься, и благословишь от Ашем Элокеха, Всевышнего Бога твоего, аля арец ата ваша, Натан лах, за землю хорошую, которую дал тебе». Натан, можешь взять с телеграмма вот второй файл, который называется «Беркат А». Да, сейчас докану. И давай посмотрим его.
Значит, напомните мне, по-моему, мы разобрали первую часть вот этого второй брахи до вставок на Хануку и Пурим. Вставки мы не разбирали и пока разбирать не будем. Может быть, с приближением вот этих праздников мы их посмотрим. Так. Да, замечательно. Вот это вот первая браха и слова к ней. Двигай дальше. Вот вторая браха. Вот эти слова мы разбирали. Ну, давайте повторим. Но делха, мы будем благодарить тебя, Ашем Элокеха, Всевышний Бог наш. А Элокейну, пардон. Аль, за то, что шейнхалта. То же слово нахала, которое было у нас вот в тексте, что дал нам в наследие ла авоты, точнее, дал в наследие ла авотейну, нашим авот, нашим отцам, эрец хемда, землю желанную. Хемда, хемед, да, это именно связано с нехмад, мехмад, как вот, например, в 10-м речении, да, лотахмуд. Не, пусть не будет желанным в твоих глазах. Так? Това урхава, хорошую и широкую. Ве аль ше хоце тану. И за то, что оци, от слова йоце, вывел нас. Хашем Элокейну, Всевышний Бог нас, наш меэрец Мицраим из земли египетской. Уфейди тану. Поде, это значит искупил. Ми бейта вадим, из дом рабства. Ве аль бритха. Брит, это буквально завет. Но имеется в виду и знак завета, да, то есть обрезание. Шехатамта, хатима, это подпись, это печать, который отпечатал бив царейну на нашей плоти. Веаль торатеха, и за тору твою, шелимадтану, который ты учил, который ты обучал нас. Веаль хукеха, хуким, это законы. Шеходатану, которое ты дал нам знать, от слова йодеа, годиа, дал знать, «Веаль хаим хен вахесед» и за жизнь, милость и милосердие, «Шехонантану леханен ханан», да, что дал в милосердии ты, «Веаль ахилат мазон» и за кушание пищи, «Шеата зан», который ты кормишь, «Мазон», «Зан» и «Беркат амазон» – это все один корень. Уме фарнес, парнаса, то есть даешь пропитание, отан у нас, тамид всегда, бехоль йом, каждый день, увыхоль айт, и во всякое время, увыхоль ша, и во всякий час. Дальше идут вставки. Вот первые строки мы читаем и в Хануку, и Пурим. Дальше идет вставка на Хануку. Дальше идет вставка на Пурим. Двигай дальше. Двигай ниже. Это вставка вовнутрь, в середину вот этой второй брахи. Напоминаю вам, что первая браха, считается, ее установил Моисей, когда пустыня был дан евреям ман. Второе благословение, оно связано с землей Израиля. Моисей, к сожалению, сам не вошел и не ввел народ в землю, только подвел границы, а вошли евреи в Эрец Исраэль под руководством его ученика Йошуа бен Нун. И вот считается, что Йошуа, он и установил вторую браху. Не имеется в виду, что он составил текст, но он постановил упоминать об этом. Так, двигай дальше, и мы читаем продолжение второй брахи после вставок. Да, вот здесь. «Ве аля коль» – вот этот абзац, там, где одно слово желтым выделено. «Ве аля коль» – и за все. Обратите внимание, что слово «коль» известное нам, да? Когда мы говорим, например, «коль йом» или «коль га йом» и там, мы пишем слово «коль» через «камац», который является «камац-кацар». То есть такой «камац», который звучит «о». Да? Но «коль» – значение вообще «все». Да? «Что ты хочешь? Я хочу все». Да? Оно пишется через «холам хасер», то есть точка наверху. Вот как и здесь. «И за все» – «Ашем Элокейну», Всевышний Бог наш – «Анахну модим лах» – «Мы благодарим тебя». «Уме вархим отах» – «И благословляем тебя». «Ид барех шимха» – «Да будет благословенно». Так, «Ид барех» – корень здесь, понятное дело, барха. Вот слово стоит в биньяне «ид паэль» – «благословиться». В русском языке нет четкого разделения на глаголы пассивные, глаголы возвратные. Да? Иногда
глагол имеет форму как бы возвратного, да, например, мыться, а нет, что, запираться, да, ну, к примеру, так, да, что это значит? В значении быть запертым, то есть кто-то запер, кто-то другой, да, вот, но гитпаэль, он всегда переводится как глагол возвратный, то есть гидбарех, легит барех, благословлять самого себя. То есть имя твое благословит себя. Идбарешимха бефи коль хай. В устах всего живого, всего сущего. Тамид постоянно леолам ваэд во веки веков. То есть постоянно, навсегда. Как атув, как написано. Вот здесь эта фраза. Ве ахальта, ве савата, о верахта. Ве ахальта, и ты будешь есть, ве савата, и ты насытишься, уве рахта, и ты благословишь, это Шем Элокеха, Всевышнего Бога твоего, аль хаарец атува, за землю хорошую, ашер натан лах, которую он дал тебе. А, значит, не только вот эти два, но и третье благословение, которое мы сегодня не будем разбирать, благословение за Иерусалим, Иерушалаим, да, это благословение, забегая вперед, установил царь Давид, когда ему удалось приобрести Иерушалаим для того, чтобы построить там храм, когда Всевышний открыл ему, какое именно место подходит для того, чтобы построить там, поставить там храм, да, он установил вот это благословение. Так вот, «Веахальта весавата уверахта» – «И поешь, и насытишься, и благословишь». Это относится к первой брахе. «Это шем элокеха аль хаарец» – «За землю». «За землю» – это говорит вторая браха. «Готова» – «Почему эта земля хорошая?» «Благодаря» – «Из-за того, что она освящена Всевышним, она святая». И символом этого является святость Иерушалаима. «Ашер натан лах», – «Которую дал тебе». Да? Три первые благословения, на самом деле, мы увидим, что там есть и четвертое благословение, еще дополнительные тексты, да, установлены во времена пророков, насколько я понимаю, четвертое благословение несколько позже. Так, теперь именно вот эта фраза, да, учит нас обязанности говорить благословение. Итак, благословение Миддеорайта, то есть установленная Торой, да, это именно на трапезу, которая насыщает. Считается, что если человек в трапезу ест хлеб, он съедает его в определенном количестве, и это количество уже само по себе насыщает человека. Да? Если человек поел хлеба, но то ли он был голодный, то ли он привык есть много, и от такого количества не насытился, но, тем не менее, это количество считается насыщающим, да, он все равно должен благословить Беркат Амазон по мицве, по заповеди Торы. Если он поел чего-то другого и наелся, например, фруктов или печенья, которое не является хлебом, да, он тоже благословляет, но это уже не заповедь из Торы, не мицва Миддеорайта, а заповедь, установленная мудрецами, мицва мидерабанан, да, и он не читает Беркат Амазон, он читает другое благословение, может быть, мы до него как-нибудь тоже дойдем. Так? Напоминаю вам, что мы, в общем-то, не говорили, а что такое хлеб. Маца, например, да, считается хлебом, но тоже с некоторой оговоркой. Например, по Аллахе, принятой у сефардим, у восточных, например, евреев, да, в течение Песаха маца – это хлеб, а если еврей, сефарди, ест мацу, пусть даже в качестве хлеба, не в Песах, да, она у него считается как печенье. У нас Аллаха такая, что маца – это хлеб и не в Песах. Так? Угу. А что еще? Например, крекеры и галеты – это не хлеб. Что еще, например? То, что называется бисквитом в России, да, тесто жидкое, тоже не является хлебом.
Определение хлеба я вам пока не даю. Вот. И тоже надо знать, в каком количестве ты ешь этот хлеб. Рассматривается ситуация, когда человек ел фрукты, и чтобы после сладкого чем-то заесть, да, он ест что? Соленую рыбу. Но рыба слишком соленая, поэтому он разбавляет ее хлебом. Он заедает слишком соленым хлебом, чтобы было не слишком солоно во рту. Да? В этом случае хлеб не является основой трапезы, да? Потому что, в общем-то, он не собирался есть хлеб. Он ест хлеб, поскольку вынужден для определенной цели. Да? В этом случае, да, в этом случае, или, например, сухарики, которые добавляют в салат, которые царапают лицо. Вот, это тоже, в общем-то, не хлеб, хотя засушенный хлеб, хлеб поджаренный – это хлеб. Так? Есть определенные законы, с которыми, в общем-то, еще знакомиться и знакомиться. Так? Ну и, наконец, мы говорили с вами о том, что благословение – это текст, включающий в себя формулу «Баруха Ташем», «Благословен ты Всевышний», либо в начале, либо в конце, либо и там, и там. Значит, первое благословение у нас начинается «Баруха Ташем» и заканчивается «Баруха Ташем». Да? Этот вот конец, где подводится итог, подводится черта, называется «Хатима», то есть буквально подпись. И вот здесь эта «Хатима», вот она-то и содержит слово «Баруха Ташем», «Благословен ты Всевышний», «Аль-Гаарец ве-Аль-Амазон» – «За землю и за пропитание». Вот этим заканчивается вторая браха. Вот. Мы не рассмотрели ставку на Хануку и Пурим, но вот ближе к этим праздникам, я надеюсь, мы рассмотрим. Так, ребята, идет месяц Элуль, приближается Рош ха-Шана. Я желаю вам всем, чтобы не прошли мимо нас эти замечательные дни. Каждому есть что исправить себе, вот поскольку, в общем-то, чем как бы ни был совершенен человек, ему есть к чему стремиться. Ну, вот на этом, я думаю, мы сегодня закончим, да? Окей. Okay. Ладно, спасибо. Что? Приходите еще, приводите людей. Всем счастливо, до свидания, найдите Киадам Эцесаде, очень красивая песня. Так она и называется, да? Да, ну, честно говоря, поленился, надо было сейчас, пока ты говорил, найти. Но ага. Прям так и напишите, Киадам Эцесаде, в голове крутится потрясная песня. Ага. Окей. Ага. Всем ну, спасибо большое. Спасибо. Приходите. Пока. Спасибо. Пока. Спасибо. Пока-пока.